ребят, всем привет. Сегодня приехали в Анапу. Будем кататься на наших электробайках. Это моя первая покатушка будет по песку. Еще не знаю, чего ждать. Вот потихонечку вытаскиваем байки. Это Андрюха сегодня будет сжигать на оранжевом байке. Мой рыжий? Да. Мой красный зверь. Посмотрим, ты сколько весишь? Наверное, сейчас где-то 78. Да. Погнали, пацаны. Давай. Газу, 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 давай, 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 давай. Лучше спуститься и вот там вот заехать. Поехал. Вообще никакого удара ничего нету. Давайте покажите мне, я на любую нахуй еду, кроме вот той. Вон та. Давай попробую. Ну ему не хватит на самом деле. От себя не хочешь поснимать? А? От себя. Да, хочу. Сейчас, пацаны, я вам покажу, как заезжать на гору по песку. Едем, даем газику. Вообще, изи просто. Сурончик нормально затягивает. Андрюха сейчас заедет. Братан, жигант, красава!
Да. Теперь вот сюда, вот на эту посередине. Видишь, где следы рядом с ними? Заедешь? Конечно. Давай. Все подписчики смотрят на тебя. Ой, да вообще изи. Сейчас я туда же заеду. Вообще просто. Как нефиг делать. Трон тащит. Единственное, мы, конечно, подсдули покрышки. Потому что на надутых он вообще не едет. А после того, как покрышки сдули, он поехал. Вот реально прям по песку. Мне нравится, пи***ц. Ты видел, я куда заехал? Да. Это пи***ц, братан. Поеду еще раз заеду. Ну почти. Почти заехал. Ну ничего. У меня 44% аккумуляторов, у Лёши уже 30%, а у Андрюхи... Андрюх, сколько у тебя аккумулятора? 35%, вот. То есть на большой звезде, на таких тяговых участках он, конечно, меньше ест. Что еще хочу сказать. Вот тут у меня брызговика заднего нету. Смотрите, вообще нахрен все закидало. Здесь у меня алиэкспрессовский, вот такой вот, обрезанный. И все чистое, видите? То есть он реально помогает и спасает. То есть его ставить обязательно. Сегодня мы в Анапе исполняем нашу давнейшую с Андрюхой мечту погонять по пляжу. И, собственно, вот мы сейчас этим и занимаемся. Катаемся, гоняем. Тут очень здорово. Че, погнали вас, сыны? Ребята, эти жиганы справились с задачей. Мы накатались вообще просто фантастически. Вот они. Аппаратуры. Кайф.